33. Раз, два, три. Давайте вот 36 делаю рукав. У нее своя рука 33, ну 34. Ну, свободно 36 делаю рукав. Ширина рукава 36. Все. Смотрите. Обхват руки плюс свобода. И получилось 36, вот ширина рукава. Смотрите, внимательно смотрите. Вот 36 это ширина рукава. К убираю. Вот она. К где-то 2,5-2,75. Вот она. К, видите? Все, убрал, да? Смотрите. Остальное делю на одинаковую зону. Правильно? Смотрите. Вот эта рука прям полтора, вот так пополам сложите, как бы, видите, пополам. Да, правильно? И вот это у вас уже высота К подойдет, правильно? Вот это. То есть на жерде вот получилось у вас вот это К. Теперь вот это вот пополам. Вот она, да, у вас получилось? Если вот так пополам сложить, получается раз, два, три, четыре. И с той стороны, да? Вот она. Раз, два, три, четыре. Теперь вот, если пополам сложить, вот он круг ваш. Где ваша рука? Нет, ваша рука. Вот и получилось у нее. Если вот так сложить, то вот так, смотрите. Вот он, по идее, смотрите. Угу. Вот так вот пополам, видите? Вот так. На конец же, смотрите. Угу. Теперь я беру, вот здесь 3/4 К же сзади, считайте, это зад. И вот она пошла сзади, и вот она на сюда вот пошла, смотрите. Я беру вот эту часть, раз, и она на К, 3/4 К, и вышла сюда. Смотрите. Угу. Зад же это? Угу. Вот она. А передняя половинка здесь К пополам, и на К ниже было, вот она. И вот здесь вот К на 6 срезается. Это то же самое, что я делал в развернутом разе. Раз, вот она. Теперь, а вот этот вот, видите, на К ниже. Вот он, К ниже. А эта часть К пополам вот эта, помните, вот? Квадрат. Все, вот он рука. Осталось теперь нам что сделать? Вот это вот. Допустим, длина 8, а это длина 8, да? И вот сюда положим. И 95. Все. То же самое, что я сделал. Все, вот это перед. Теперь, ну мне надо отрегулировать там пройму. Здесь 36 же. Да. Спрашиваю. Вот здесь вот не хватает немножко. Почему? Одинаково же. Я сколько взял отсюда, столько отсюда. Теперь, смотрите, здесь было у нас 36. 36 пополам сколько? 18 плюс полтора, 19,5. 20 должна быть глубина проймы. Кофта моя. Дома. И давайте здесь проверю. Когда не было? И сзади, где она у меня? Вот это было. Вот эта величина вот от этой точки, вот она. Вот эта величина сейчас дошла вот там. Должно быть. Ну, 20 где-то должно быть. 19,5, 20. Вот она. То есть чуть-чуть не надо вот сюда углубить. Вот до сюда вот только. Поняли, да? Потому что рукав же я строил же притык же, а здесь свободу уже дал. То есть вот она 20. Ну, почему? То есть, потому что рука должен четко влезть. То есть, вот до сюда хотя бы, смотрите, иначе посадка не. Вот. Машинку дайте там. Швейную.